Интересно, верят ли его поклонники, а их на трибунах довольно много, мы их видели, верят ли он, что он в состоянии обойти олимпийского чемпиона? Вот лучший результат у него в сезоне 85,30 балла. Но этого результата для того, чтобы опередить Плющенко, будет явно недостаточно. Чисто исполненный тройной аксель. Прекрасно исполнил свою короткую программу французский фигурист. Именно в своем стиле, который кому-то не нравится, а кто-то от него в восторге.